Ифтар, шатер Рамадана, продолжает радовать верующих. На территории центральной джума-мечети благотворительная акция «Разговение» проходит ежедневно. На этот раз шатер посетил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Хазрат Крыганов. Именно он взял на себя обеспечить один день коллективного ифтара. Хотел бы искренне поблагодарить Духовное управление мусульман Республики Дагестан, большую слаженную команду под руководством уважаемого Хазрата, за тот огромный вклад в укреплении, возрождении, в обучении классического, правильного понимания ислама, которому следовали наши предки, следовали и сахабам, и достопочтенному пророку Мухаммаду Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. В шатре состоялось и просветительское мероприятие – чтение священного Корана, выступление гостей. Своим присутствием мероприятие почтил и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Напомню, что организатором этой благотворительной акции «Шатер Рамадана» является фонд «Инсан».